Ну вот, Минос Мор был захвачен светлыми силами, и сейчас подходим к черным вратам, вратам Мордора, и миссия называется Кирит Гаргор. Легионы приспешников Саурона готовы выступить из черных врат. Арагорн ведет армию свободных народов Средиземья на бой против сил зла. Однако он еще не знает, что ждет его впереди. Да что, жопа ждет впереди. Сейчас позырим. Тут уже идет атака на Мордор. То есть светлые собрались выносить Мордор. Армия врага выступила из черных врат. Она направляется в земли людей Запада, не встречая сопротивления. Наша задача ясна. Остановить войско врага здесь и отбросить его назад. Опасность, пред лицом которой ты оказался, много больше, чем ты сам полагаешь. Я обогнал тебя в пути и ныне вернулся, дабы рассказать о том, что тебе предстоит. В эти мгновения враги завершают создание трех когтей Горгорода. Какое новое зло породят они, мне неведомо. Но будь готов ко всему. Ну, какая-то движуха опять начинается. Так, уничтожить последний вражеский лагерь. Войска Саурона сосредоточились в конце узкого. Короче, вот эту точку надо вынести, да и все. Так, что у нас? Два, четыре батрачка. Сейчас, к твоим услугам, Чик. я уже иду. Чик. Так, Чего ты войска. хочешь? А Да, как они умею будут знать. идти-то, ё-моё? А, В вот. самом деле. Говори, друг. Дорога перед нами. Ну что, тогда развиваемся. Так, тройку. Так, на еду. Пойдем со мной. Мой конь ждет. Дорога перед нами. Здание построено. Ну Шествие все, начнется. пускай стоят, сейчас немножко в экономику ударюсь. Так, что у нас есть? Казарма людская, кузница и... А, эльфийская это кузница. И что еще? Здание построено. И все. Надо лукарей будет. Эльфийских, наверное. Потому что у них ренджа большая. Дальность, то есть. Готов к работе. Так, и сюда, пацанов. Говори. Так, все, пускай строится. Так, этих пока не надо. Да, Так, что у нас? я Арагорн, пойду, Гэндальф, разумеется. Леголас, Готов к Гимли. работе сейчас. Пойду я ими на разведку. Пойдем со мной. Так, чисто. Ага. Разумеется. Поторопись, Ой, вступайте тут в еще бой. обходить надо будет. Чего ты Так, хочешь? Леголас, ты с Дорога нами. перед нами. В самом деле, держись нашего Да, плана. тут всякие обходники Отличное делать. приключение. Ладно. Чего ты хочешь? Готов к Разумеется. работе. Разумеется. Так, что Разумеется. здесь мы имеем? Поторопись. Вот круто бы еще лагерь В найти. самом деле, И там казарму отличное наш штамповать. приключение. Так, что дальше строим Чего его? ты хочешь? Наверное, эту... Вот биорингов надо. Сейчас. Я уже Чтоб иду. хил был. Чего ты хочешь? И... Так, разведчиков сцаных. Я уже иду. Потому что, возможно, В будут самом деле, харадримы, поторопись. которые в Разумеется. стелсе ходят. Дорога перед нами. Дорога перед нами. Так, В что самом никого деле, нет. О! дорога перед нами. Так, у меня есть метеорит. Говори, друг. А, фигня, фигня, вообще фигня, пацан. Пойдем со мной. Пойдем со мной. Сейчас его быстро вырежем. Так, давайте вот и вот так вот. А Гэндальф пусть вот это вот говно кастанет. О, нормально. Дорога перед нами. Здание построено. Говори, друг. Так, сразу вот этот Здание логово построено. на... А, логово-то казарма. Ну да, логово, все правильно. Так, все построили. Биорингов чуть-чуть. Гэндальф, к вашим Потому что они услугам. хилят. Как сочтете нужным. Он так нашел я себе еще вторую Интересно. базу. Сейчас два чувачка построятся. Что ж,
Интересно. И сделаю здесь вторую базу. Хотя я мог вот это говно и не строить, заставы эти. Потому что я по отсюда огонь вел. Так, идем дальше. Ага, тупик. Блин. Так, сколько крепость-то? 250. Ладно, идем дальше. Дорога перед нами. Давай скорее. Говори, друг. Так, опа, что здесь, тролли? Понял. Держись нашего плана. О! Отличное прикрытие. Откуда они стреляют? Поторопись, разумеется. Да, пацаны. А, вон вы эти. А к вам можно зайти? Чего ты хочешь? Что ж, отличное. Или нельзя? А как вам зайти, ребята? А тут какой-то проход, наверное. Так, все, строим базу. Пацанами. И... Уже иду. Прочь. Я сделаю все, что... Так, углубляемся и кастанем вот это говно. Скажи, о чем ты думаешь, друг? Фига себе. А вот эту силушку я нашел. Так, Лебелас, бей этого говнюка. Ух ты, Гимли, фидит потиху. Нет, что-то мало нас пошло, ребята. Надо перегруппироваться. Я сделаю все, что в самом деле. Во имя Элдера. Ух ты, блин, что это? Барлок. Возри же ныне. Все много хуже, чем полагал даже я сам. Балрог Моргота. Мы должны остановить этого демона. Он не пройдет, ждет здесь. Похоже, он черпает силу когтей Горгорода. Если мы желаем добиться победы, нам следует захватить эти чудовищные сооружения. Давайте захватим. Так, убийцы. Три точки захватились. Чего ты хочешь? Пора двигаться. Говори. Здание построено. Что ж. Блин. Сейчас попробуем. Прочь. Пойдем со мной. Свет восторжествует. Чего ты хочешь? Вы завладели прочь местом силы. Так, а где барлок-то? Уй. На нас напали. Здесь паук. Конечно. На ваш лагерь напали. Скажи, когда? Я уже на месте. Уже иду. Чуваки, убегайте. Конечно. Как сочтете нужно? Нет, а, в здание напали. Нельзя. Да, хорошо, фигач. Как сочтете нужно? Интересно. Блин, а где барлок-то? А, вон он. Я сейчас захвачу по-быстрому. Попробую. Так, гондорцев построим. А все, все, чуваки, не, далеко не надо. Я все сделаю. Так, все, одну захватили часть. Жизнь за Рохом! Я всадник Рохана! Скорее! Хотите? Так, все, отбили. Ой, блин! Харадрим! На нас напали! Ай-яй-яй! Скажи, когда? Вот это очень плохо. Ой, блин. А, вот, Харадрим невидимый гасит моих. Ладно. Пускай гасит. Сейчас все, все идет, этот рейнджер. Чего ты хочешь? Вот, блин, попадало. Так, все, точка захвачена. Дорога перед нами. В самом деле. На нас напали. Ой, блин. Так, броньку сделать.
вот эту хрень. Я стану вашим. Жизнь за Рохом! Мы готовы! Давай, давай! Где Харадрим? Вот он. Ах ты бомж. На нас напали. Здание построено. Так, все, надо немножко делать человечков. И они пойдут с героями. А эти на дефе остаются. Мы готовы! Вперед! Ну, на подхилку одного возьму. Поторопись. Готов к бою. Я слушаю. Я слушаю. Так, и две зиги надо замутить, пацаны. Конечно. Так, по жратве у меня нету. А, так они типа идут, а мне же остановить надо барлога этого. Ну и здесь пускай дефают тоже. Ой, говно, какое-то болото. Нет, туда не пойдем. Кто? И тут Харадрим. Отходим, отходим. А где рейнджер-то? Что, я не взялся? А, вон, есть. Рейнджер есть. Но надо несколько штук, потому что они дохнут быстро. Оп. Все, валим, валим. Он барлок. Отличное приключение. Исследование завершено. Так, Гимли, тихо. Вышку захватывай. Ну, здесь вот так сделаю. Так, где Гимли? А, он в Зиге сидит. Да, он. Отходим. Так, я хочу ту Зигу захватить. Сейчас Гимли захватит. Давай! Ну, захватывай, дурин. Чего ты хочешь? Держись нашего плана. Гэмбе, к вашему слову. Да, перебили моих пацанов. Гэмбе, к вашему слову. Ну да ладно. На ваш лагерь напали. Так, следопыт один я сюда. Я все сделал. Да ё-моё. Я слушаю. Сейчас. Сейчас. Не-не-не-не-не, Зигу не надо. Я захвачу лучше. Дайте мне сюда орков. Сейчас они... Давай захватывай быстрее, ты кдешься. Исследование завершено. Чего ты хочешь? О, барлок уже ходит. Пойдем со мной. А, так я точку сейчас захвачу и все. А вот еще одна точка. Чего ты хочешь? Здание было улучшено. На нас напали. Роханцев надо. Да. Говори. Здание построено. Фигово дело. Пойдем со мной. Все, последний лагерь остался. И нам сюда. Готов отправиться в путь. Все, понеслась, пацан. Я думаю, даже... К вашему слову. У меня разведчиков нет. Напали. Опять. Гэндальф, к вашим услугам. И тут режет он. На нас напали. Готов отправиться в путь. Пора в разведку. Давайте, пацаны, нам нужны разведчики. Дорога перед нами. Где-то бомж этот. Я стану вашим проводником. Ой-ой-ой, их же к лагерю подходит. Все, ладно, быстро захватываем. Ой-ой-ой. Насрать, насрать. Ох ты. Чего ты хочешь? Ладно, фигня это все. Отходи, отходи. Ну тут фигня, в принципе. О, нормально.
Так, Гимли, ты танк. А не, нормально я их зафигачил. А, так они на главный лагерь. Главное, чтобы Арагор не сдох. Блин. А-а-а! Вспышку сейчас. Ё-моё. Ща, пацаны. Все же лагерь фигач. Ай-яй-яй. Ну чё ж вы такие жирные? На нас напали. Гэндальф к вашим услугам. Гэндальф к вашим услугам. Все, тут горят у меня построечки. А, разведчика нету-то. Есть у меня разведчик. Быстрее. Быстрее. Барлок уже фигачит тут вовсю. Ой, как тяжко. Так, пацан, строй. И казармы. Где там разведчик-то? Пойдем со мной. Чего ты хочешь? Сюда. Вот он. Вон их сколько. Я думал, один-то. Да ё-мо, убейте вы их. Все. А, так мне сейчас Барлга надо убивать? Или что? Да, получается, так. Держись нашего плана. Во имя пламени Анора. Говори. На ваш лагерь напали. А, так я этими точками как бы его сделал слабым. А сейчас мне надо... Короче, я понял. Чего ты хочешь? А, вот замочить уже. Тут еще и рука есть. Пойдем со мной. На ваш Офигеть. Пойдем со мной. Готов к бою. Да? Так, все, батраки, давайте. Пахайте. Чего ты хочешь? Сейчас. Гэндальф, к вашим услугам. Пойдем со мной. Я стану ваше приключение. На ваш лагерь напали. Пора в разгар. Готов к бою. В самом деле. Все, давайте, быстрее, идите, ё-моё. Медленно бегают. Ну все, этот лагерь я потерял, да. Гэндальф, к вашим услугам. Готов. Говори, на ваш лагерь напали. Держись нашего плана. Разумеется. Я идем. Стану вашим проводником. Мой меч здесь. Так, Арагорн, ты бомб, что ли? Здесь какая-то хитрость. Во имя пламени Анора. На ваш лагерь всех напали. Ждем. Вам нужно пойдем поставить больше шатров. Я сделаю все, что вам. Пойдем со мной. Ну все, давайте. Прочь. Поторопись. Все, ух ты. А Барлок мясной. Что ж. Здание было. Хотя не очень. На ваш лагерь напали. Мне бы этих оранжевых каких. Фига себе. Арагорн сдох. О, это плохо. А ладно, пускай выносят лагерь. А сколько Арагорн стоит? А, он очки. Чего ты хочешь? Сюда. Чтоб воскресить, надо эти очки набить. Понятно. Я уже иду. К твоим услугам. Конечно. Что? Готов к бою. Дорога перед нами. Блин, Биорнов надо. Да? Обязательно. Конечно. Уже иду. В самом деле, дорога перед нами. Сейчас я их зафигачу. Готов! Что ж,
На нас напали. Отступаем. Убили. Отлично. Ой, Гимли. Ох ты! Ну вас вот не хватало. Здание построено. На нас напали. Легкий путь. Я даю тебе хлеб. А может он будет расстреливать их? Чего ты хочешь? Во имя пламени. На нас напали. Я последую. Ё-моё, там Харадрим еще. Дорога перед нами. Говори, друг. Так, одного разведчика. У меня их нет. Отличное. Нет, один есть. Ну все, сейчас дефаться будем. В самом деле. Гэндальф, к вашему слугу. Нет, туда, я куда ведет стану нас. Вашим проводником. Назад. Ой, ну с плышом еще каким-то валит. Гэндальф, к вашему слугу. Нет, вы не идете. Только Леголас. Говори, вашим проводником. Говори, друг. Нет, не могу. Нет, не могу. Отлично. Готов. Скорее. Не, я этот лагерь удержу-то. На нас напали. Чего ты хочешь? Поторопись. Я стану вашим проводником. Я даю тебе хлеб. А, тут еще он, я в камень попал в этот. Все, отлично. Он может барлога замокрают так, потихоньку. Что ж. Я стану вашим проводником. Что-то понты я ему снимаю. Мы идем. Ну, точки захвачены. В атаку! Пора двигаться. В атаку! Не, вообще так, 1100. Так говно снимаю я. Мой лук послужит тебе. Я последую твоему совету. Не, убегай, сейчас как сюда сплышу, мать. Во имя пламени Анор. На ваш лагерь напали. Так, что мне надо? Всадников и... А, надо гномов все-таки построить. Дорога перед нами. Скажи, о чем ты думаешь, друг? И что, Руха опять его будет охранять? Пойдем со мной. Ну это жесть. Чего ты хочешь? Ой, у меня батраков нету. Чего ты хочешь? Готов. Вам нужно поставить больше шатров. Блин. Да подождите с шатрами. Я слушаю. Я все сделаю. Пойдем со мной. Что ж, в самом деле. Все убили. Здание было улучшено. Чего ты хочешь? А, мне шатры надо, да. Говори, друг. Денег нету. Так, мне сейчас главное героев сохранить. Пойдем со мной. Так, и вот ты здесь. Нет. Вот так. Вот сюда пойдешь, да? Говори, друг. Все, шатер есть. Здание построено. Говори, друг. Сейчас попробуем ослануть барлок. А его надо по миссии? А, да. Бейте барлок. Пойдем со мной. О, Арагорн сейчас появится. Жизнь за рохом. Все, можно и нагрянуть на них. Говори, друг. Давайте, ребята. Только всем зергам. Бейте их. Что ж, поторопись. Пойдем со мной. А у меня еще Гимли с Физом. Скачите! Фигово.
Давайте отступаем. Гэндальф, только ты живи. О! Все, и Гимлик осталось. Тут чисто надо зергом нападать и убивать этого барда. 150 баллиста. Готов к бою. Жду приказаний. Вперед! Выступаю! Выступаю! Вперед! Все. Готов к работе! Готов к бою! Муторно это дело. В самом деле. Гэндальф к вашим услугам. Легкий путь. Готов к работе. Чего ты хочешь? Отличное приключение. Готов к бою. Оттесните их. Целься. О. Пойдем со мной. Бейте их. Пора двигаться. Чего ты хочешь? Все, налетели. Держись нашего плана. Ой-ой-ой. Да ё-моё. Еще и Гэндальф сдох. Есть. Демон повержен. Мы должны оттеснить силы врага назад, Мордор. Задание выполнено. Так какой ценой, блин? 4. 4 звезды надо. Мой меч защитит тебя. Мы должны стоять насмерть. Так, тут есть у меня ресурсы? Нет. Так, все, надо вот этот лагерь делать. Сейчас я его сделаю. Так, батарчок сколько стоит? 35, да? О, пускай чинит. Все. Жизнь будет налаживаться. Все, осталось вынести этот станный лагерь. Все, можно пойти подраться, чтобы эти вот очки получить, да. И героев воскресить. Мы должны стоять насмерть. Здесь какая-то хитрость. Какая тут хитрость? Все, идем. Следопытов надо еще. Готов к работе. Так, у меня ни одного следопыта нет. Здесь какая-то хитрость. Я пойду. На нас напали. Ну да. Урхай. Ой, ёлки-палки. Уходим. Я пойду. Я стану ваш ядовитком. Хотя... Мой меч защитит тебя. Тролли они гады сплэшом валят. Пускай к лагерю идут, да и все. Здание построено. На нас напали. Уходим к лагерю. Достойное решение. Я готов. Уже иду. Здание построено. Мы должны стоять насмерть. Да, давайте насмерть стоять. Мы идем. Неужели ты боишься? Все, к вышкам давайте. Блин, вовремя я заметил. Все, фигачу. Блин, дохнут мои чуваки. Отстой.
Давай, Рагор, лечись, лечись. Ой, три тролля осталось. И с этого сбоку. Тут фигня. И она даже не справляется. Не, ну это бред. Они ее сломали. Какая дорога, блин? Короче, иду в гномов. Здесь какая-то хитрость. Мой меч защитит тебя. Я слушаю. Сейчас. Исследование завершено. Так, что у нас здесь? Я готов. Я уже иду. Так, Биорнов. Да, я пойду. Мой меч защитит тебя. Гимли, сколько Гимли это стоит? 3. Ну лучше Гэндальфа, блин. Здесь какая-то хитрость. Готов к работе. Так, да, надо гномовские казармы. Ой, не казармы. А, вот они, топоры. Мой меч защитит тебя. Не казармы, а кузницу. Так, все, Биорны. Я готов. Уже иду. Конечно. Так. Готов, чего ты хочешь? А вот тут лагерь у меня не защищен. Я уже иду. Но я думаю, может, как-нибудь минет их лихо. Достойное решение. Давай скорее. Так, все, топоры. По ресурсам я в говне. Здание построено. Так, что там ты построил? Шатер. Отлично. Давай, идем. Все, хилы есть. Давай скорее. Здание построено. Готов к работе. Так, и тут жрачка пошла. Ну, нормально. Топоры. Топорометатели. Готов к работе. Все, последний биоринг. И надо выносить. Блин, ну мне Гэндальфа. Еще 2 очка надо заработать. Тяжко, тяжко. А ну еще гномикам надо угли. Все, огненные топоры есть. Сюда. Скорее. С удовольствием. Выбирай скорее. Так, и рейнджеров надо. Чтоб палить Харадрим. Неужели ты боишься? Я слушаю. Конечно. Дайте добрый час. Ну что, давайте. Я здесь пойду. Встречаемся. Я стану вашим проводником. Следопыт здесь. Уже иду. Так, все. Оборона есть. Так, что по броням? Броньку надо. 175. Ладно, сделаю вот это говно. О! Блин. Следопытов гасят. А нормально все, затанчили. Легкий путь. Ну все, биоринги хилят. О, голум. Ты волен решать сам. Ну, тычка. На нас напали. Здание было улучшено. Я даю тебе кляп. Мой лук послужит. Исследование завершено. Да ё-моё. Мы должны стоять. За. На нас напали. А чё он голум там делал-то? Харадрим. Мы должны стоять насмерть. Мой меч защитит тебя. Мы должны стоять. Блин. Здесь какая-то хитрость.
Огненные эти у меня. Огненные топорчики. Так, биорингов хилить надо. Во-во-во-во-во-во. Полегче. Блин, сдох. О, огненные топоры вообще решают. Надо еще их. И биорингов. О-о-о-о, Гэндальф, все, давай, строй. Блин, отменить. А сколько он? А, он 4, а у меня сколько? Ладно. Отходим, отходим. Не понял, у меня аж 4. Раз, два, три. Нифига не понимаю. Так, а чтобы было бы круто, я еще одну гномовскую построю. Выбирай скорее. Жизнь или смерть. Я радую вашу. Выбирай скорее. Да. Не, вот это я не понял юмора. На нас напали. Почему я не могу его воскресить? Мой меч защитит тебя. Ладно, Гимли. Здесь какая-то хитрость. Скорее. Ём, вот это бесит невидимые. Ты волен решать сам. Здание построено. На нас напали. Должны стоять на... О, все, бьем. Нет, бьем говно. Я сделаю все, что... Жизнь или смерть? Да. Здесь какая-то хитрость. Я исполню... Все, собираем войска. Сейчас Гимли построится. О. Сейчас они отведают гномьей стали. Да. Все, идем, идем дальше. Что я как этот, не могу штурмануть? Так, броня. Мечи. Нужно поставить больше шатров. Шатры. Нужно поставить больше шатров. Сделаем. Угу. Вам нужно поставить больше шатров. Я все сделаю. Уже иду. Мы должны стоять насмерть. Исследование завершено. Да, жестко тут в Мордоре живется. На нас напали. Эй. Вот Харадримы эти гадки. Здание построено. Жизнь или смерть. Вообще какие-то, блин, с теми невидимыми тупости. Где Гимлет? Блин, еще фигово так видно. Все, перебили, говно это. Здание было улучшено. Я пойду. Дайте мне поставить больше шатров. Достойное решение. Все, похилились. И тут сейчас обходить надо 10 дорогами. На нас напали. О, голым. Фигачьте. Все, он труп. О, не-не-не. Гимли, ты знаешь, что делать. Ой-ой-ой, отходим, отходим. Ё-моё, что там за психодел? Давай, танчи, танчи. Такс. Прорываемся. Ой. А, не, нормально, ДПС хороший у этих. У гномиков. Вот Харадримует эти гадки. Это да. На нас напали. Отходим. Здесь
Где там Харадримы? На нас напали. Давайте. Что, Гэндальф я могу строить? Нет, почему не могу-то? Или он 8 стоит? О! F2. Вот там этот бомж сидел. Отступаем. В принципе, у них тут опять голым. Все, давайте ко мне все. Нас мы убиваем. Так, выгнали. Идем. Выбирай скорее. Все, бьем. На нас напали. А, потому что я не смог Гэндальфа делать, у меня хата не обгрыжит. Во. Точно. Точно. Мой меч защитит тебя. Выбирай скорее. Сейчас. Чего тебе надо? Мы должны стоять на... Вот и все. Вынесли говно. Достойное решение. Я пойду. Ха, это Гимли через окна кидает этих бомжей. О! Здание было защитит тебя. Туда, куда везет. Мы должны стоять на смерть. Так, Гимли там еще вышки. Надо, чтобы он их захватил. Все, апгрейд. Во, да, теперь я могу. Так, вон ту вышку давай. Выгнал. Отлично. А вон еще одна вышка. Эту вышку уже кончим. О, Гэндальф, все. На нас напали. Блин, сколько тут вышек этих? Не, вот классная вот эта перка, что Гимли захватывает вышки. Где он? Ем еще идет. Зашибись. Ох ты, как они сносят. Чего ты хочешь? Да, но мы зарешали. Так, столбы, долой. Чего ты хочешь? Ой, Гэндальф, старый пердун ты. Как чего ты? Вот и все. Интересно. Гэндальф, ваша услуга. Дорога перед нами. Чего ты хочешь? Все. Лагерь вынесли.
Хоть бы гимн знамя тут это поменял, а то в цвет перекрасил. Красиво. Фу. Долг исполнен, и земли людей вновь обрели мир и покой. Когда ужасный демон Моргота был повержен, Арагорн со своим войском вошел в Мордор и двинулся к Барад-дуру. Несмотря на потери, было очевидно, что власть Саурона слабеет, и вскоре свободные народы Средиземья обретут мир. Отлично, ребята. Все. Игра пройдена за светлым. Темный властелин встретил достойный отпор. Гондорская сталь была острее орочьих мечей, и земля потемнела от крови прислужников Саурона. Свободные народы Средиземья, эльфы, люди и гномы сражались плечом к плечу. И хотя цена победы была высока, она дала Содружеству надежду на то, что падение Саурона не за горами, и что с уничтожением Единого Кольца Средиземье возродится к новой жизни. Ну все, кампания за светлых сил пройдена, и нас потом будет ожидать кампания за темные силы. Все, подписывайтесь на канал.